Так, Nissan Тигда. Не работает левый габарит. Как заменить лампочку? Так, ну вот габарит в той же лампочке, что и стоп сигнал. Будем менять. Итак, что нам потребуется? Новая лампочка, плоская отвертка, ключик на 10, головка на 10, причем головка должна быть высокая, там болтик торчит, нужно, чтобы на него наделать головка. Ну, головка, либо торцовый ключик на 10. Ну, в данном случае у меня так как головка, значит переходник для головки и для вот такой отвертки. Это все, что нужно. Значит, по поводу лампочки. Значит, двухконтактная. И габарит, и стоп. Сразу две спиральки в одной лампочке. Видно, нет? Эти две. И в связи с этим обратите внимание, что вот два штырька, вот здесь на лампочке, на металлической части, вот один штырек, вот второй, они расположены на разной высоте. Это нужно иметь в виду, когда будете вставлять лампочку и закручиваться. То есть ее можно ставить только один вариант положения. По-другому там ее не ставить. Сейчас скажу, сколько она ватт. Так, на этой лампочке ничего не написано, но у меня есть старая сгоревшая. Здесь написано 21,5 ватт. А еще нужен будет фонарик, потому что у меня там темно. Итак, давайте посмотрим, что нас ждет. Что нужно сделать? Значит, вот она. Сначала нужно отковырнуть вот эту вот заглушечку и вот эту вот заглушечку. То есть там нужно открутить по одной гаечке. Для этого нужна отвертка. Здесь отковырнули. Здесь отковырнули, все. А дальше нам нужно будет открутить вот эту гаечку. Вот эту гаечку. Очень удобно, можно подлезть ключиком простым. Все, гаечку открутили. Так, и вот сюда. Все откручиваем. Все, открутил здесь гаечку. Открутил здесь гаечку. Никаких проводов отсоединять не нужно. А теперь нужно сделать следующее. Просто аккуратненько сдвинуть фару руками. Все. Вот аккуратненько ее поднимаем. Все, вот она. Соответственно, нам нужно заменить вот эту лампочку. Здесь габарит и стоп-сигнал. Все, вынимаем. Я вот ее уже заменил. Все, затем также аккуратненько вкручиваем и обратите внимание на вот здесь крепление и вот здесь задвинуть надо аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Все, никаких проводов отсоединять не нужно. Так, здесь у нас болтик входит, там входит. Все, здесь в закрепочку попали, болтики вставились. Аккуратненько задвигаем. Все, все.
все готово. Очень удобно менять лампочки в этих фарах. До этого у меня была машина Nissan Куб. Вот чтобы там заменить габарит задний или стоп, это там целая морока. Фару еле снимешь, не сломав ее. Здесь же все хорошо, удобненько. Все плотненько, не болтается. Сейчас гаечки закручиваю и все готово.